как мы упаковываем наши растения перед отправкой. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я буду рассказывать о том, как мы упаковываем растения и как они идут в посылку и приходят к вам. Мы упаковываем вот такое вот, как мы упаковываем, видео 3 есть, там точно. Вот это перед отправкой. Мы собрали 3 посылки, сейчас нам еще собирать посылки, и штуки 4, наверное. Поэтому я быстренько вам расскажу, что тут нужно знать. Вот к вам приходит ком. Если он мягкий, то не стоит ставить его в воду и что-то с ним делать. Просто распаковываете и сажаете. Опять же, здесь в каждой, если человек, вот ель двухлетка, заказано по 50 штук в пучке. Ель пятилетка, к примеру, идет по 5 штук. По 5 штук идет она. В один пучок идет. Потом у нас, что у нас идет тут? Туи Yellow Ribbon человек заказал. Маленькая пихта, совсем маленькая. Ну, двухлетка она. Она имеет там несколько почек. Так, это у нас трехлетка Колумна. Ель зеленая. Трехлетка. Отличается от трехлетки. Совершенно. Видно? Видно всем? Да, совершенно отличается. Заказы бы не перепутать. Вот поэтому кладем сюда. И что у нас тут дальше? Туя восточная. По 10 штук. Ну, человек заказал 10, вообще мы упаковываем по 20, по 30. Здесь у нас 4-летка. Теперь перейдем сюда. Вот здесь однолетние сеянцы. Выкопано все. Сегодня утром. Сейчас это все упакуется и повезется в транспортную компанию. Сосна однолетка крымская. Про нее видео есть. Тоже отдельное будет. Туя колоновидная Колумна, однолетка. Здесь по 200 штук, вообще упакуем по 250. Ель голубая, однолетка. На каждой есть почка. Это говорит о том, что на следующий год она очень хорошо пойдет. Главное доследить за ней. И брабант тоже по 50 штук. В каждом пучке, где по 50, там все равно лежит или 51, или 52. Туя восточная, тоже по 50 штук упаковывается. Опять же, к вам пришла посылка. Вы смотрите, да, ком мягкий. Потом смотрите, ну, вы сажать еще не собираетесь, сегодня, например. Собираете через 2 дня. Вам надо распаковать ее, все это поставить, покамить. И окунать периодически в воду. Окунаем в воду, стряхиваем, ставим. Цвет она поменяла, но цвет в воде поменяет однозначно. Потом она высохнет. Вот видите, это сухая, она такая. Ну, вот ель обыкновенная, а это ель голубая. Разницу, я думаю, все видят, правильно? А если с этой сравнить, то здесь никуда не денешься вообще. Может, посылки, а ель, как говорится, голубая, она может вот трехлетка и вот трехлетка. Видно разницу, да? Ель обыкновенная и ель голубая. Так, теперь по заказам. Заказы у нас принимаются на сайте, ссылка будет в описании. На главной странице вы можете сделать заказ полностью. Полностью сделать заказ с главной страницы. То есть добавить в корзине, оформить. Потом ко мне придет заказ, я вам отпишусь, перезвоню, мы с вами обговорим все, потом только оплата. И после оплаты, естественно, мы обговорим отправку. Теперь, что касается по отправке. Некоторые отправляют, у нас есть такой, как бы, скидка на акцию. По акции, да. Идет бесплатная доставка Почты России. Бесплатная доставка Почты России, простой почтой, заметьте, которая идет по 7-9 дней, а где и по 14. Поэтому центральные регионы, транспортная компания, например, наша, с которой мы работаем, это СДЭК, берет 300-400 рублей. Неужели трудно, когда вы заказали заказ, к примеру, на 30 тысяч и оплатить
400 рублей еще за доставку, ну, я думаю, смысла нету терять. И приходит буквально за 4 дня все это. Это максимум 4 по центральным регионам. Я не говорю о тех регионах, у которых доставка с ДЭКом действительно дорогая. Там Сибирь и Дальний Восток, там у них за 1000 заходит, да. А они даже просят отправить простой почтой. Мы отправляем, она идет там 12 дней. Но приходит все нормально. И живучесть саженца очень велика. Я даю 14 дней. Вообще примерно живучесть, ну, желательно, чтобы не больше 10 дней. А вообще прекрасно, как говорится, взять, вот сейчас вот высадить и все. Ну, на этом мой рассказ подходит к концу, потому что нам еще собирать 4 посылки. Вы извините нас. Ну, всего доброго. Подписывайтесь на наш канал. Я думаю, вопросов больше, как мы отправляем, не будет. Как мы упаковываем, есть на нашем канале 3 видео. Посмотреть 3 или больше даже видео, как и гидрогель кладется. Что здесь корни, действительно, не веточки. Здесь корни, хорошая корневая у всех. Прекрасное. Вот это, чтобы загубить все это, надо вам, ребята, постараться, я вам честно скажу. Хоть она будет идти 10 дней, хоть 14, хоть 2 дня. Поэтому всего доброго, удачи. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Спасибо. До свидания.